Уборочная кампания на финишной прямой. Собрано более 91% культур. Вес республиканского каравая порядка 6,8 миллионов тонн. Хозяйства приступили к уборке картофеля. Урожайность второго хлеба 320,8 центнера с гектара. Население будет обеспечено продовольствием на 100%. В Беларуси к новому учебному году откроют двери 3628 детских садов для 369 тысяч малышей и 2865 школ для порядка миллиона ребят. В профессиональных техучилищах будут получать знания около 170 тысяч учащихся, в вузах более 238. Всего в стране работает 49 университетов. В стране с 1 сентября будут изменены тарифы на услуги почтовой связи общего пользования. Увеличится стоимость пересылки простой карточки, письма, бандероли весом до 20 грамм. Для физлиц цена станет выше на 8 копеек, для юрлиц и ИП на 6. Предыдущее повышение, напомним, было в апреле больше года назад. В преддверии начала учебного года в стране пройдет акция «Внимание, дети!». С 25 августа по 5 сентября все транспортные средства в светлое время суток должны передвигаться с включенным ближним светом фар. За несоблюдение требований предупреждение или штраф до 111 рублей. Более 720 легковых авто и 580 фур стоят в очереди на въезд в Евросоюз. Наибольшее количество транспорта перед польским пунктом пропуска Тересполь. Сопредельные контрольные службы оформили только 35% от нормы.